В апреле 2020-го в первом цехе Пофокской группы месторождений в рамках опытно-промышленных применяют фильтр ФЭС-1. Он защищает электроцентробежный насос от засорения во время ГРП пропантом. По данному месторождению это был первый, да, пилотный проект. Уже есть опыты применения в других цехах, показывает себя положительной стороны. Данный фильтр мы применяем в том случае, когда у нас происходят отказы насосов по причине засорения. Либо мы впускаем данный фильтр после ГРП, так как возможно засорение насоса по пропантам. Конструкция данного фильтра проста, легко применяема, монтируется на прием насоса под пэдом. Что немаловажно, на сегодняшний день фильтр ФЭС-1 – разработка российских специалистов. Учитывая первый положительный опыт, нефтяники планируют внедрять разработку в производство и дальше.